Вы только посмотрите, насколько потрясающе человек владеет мечом. Его техника заставляет вас удивиться. Его филигранные навыки владения мечом заставляют удивиться и зрителей на площадке. Для такой техники нужно годами упорно и долго тренироваться. Как он незаметно спрятал мяч под кофту? Просто удивительно. Парень аж растерялся, но не сдался. Еще одна попытка? Нет, о нет! Мяч в итоге остался у мастера.